беговой дорожке. Большое спасибо. На самом деле, я буквально на одно слово возьму, потому что мой самый первый выход на сцену, на эстрадную сцену, состоялся 25 июня 1988 года в парке Горького в Зеленом театре на празднике газеты «Московский комсомолец» на звуковой дорожке. Поэтому я именно эту дату считаю своим первым днем рождения на эстраде. Поэтому я очень благодарен всем, кто работает в МК. Мы дружим нашими семьями. Большое вам спасибо. Я искренне поздравляю и счастлив, что мы вместе. Спасибо. Народный артист России Дмитрий Маликов. Спасибо огромное. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Не секрет ни для кого из вас.